Парадные костюмы, банты – наиважнейшие испытания жизни, как на праздник. На пороге встречают металлоискатели. Ведь все должно быть честно. Средства коммуникации не пригодятся. В аудиторию можно взять только необходимый минимум – воду, шоколадку, черную ручку и паспорт. На сдачу экзамена по географии разрешается калькулятор, линейка и транспортир. Подготовка была серьезной. Пробные экзамены, стопки прорешенных кимов, время адаптироваться было. Но сегодня им помогут только знания и, может быть, шоколад, чтобы не переволноваться. Очень волнительно, очень страшно, потому что ЕГЭ, ну, первый раз в жизни, ну, ЕГЭ тоже было очень страшно. Ну, когда ешь шоколадку, например, то как будто мозги начинают работать, и сразу вспоминаешь то, что, ну, когда-то, например, читал вчера или совсем недавно. В целом, волнения никакого нет, потому что часто ходил на Олимпиады, в том числе и по географии, которую я сегодня сдаю. В целом все устроено так же, как на Олимпиаде. Ну, естественно, досмотр побольше, но как бы я списывать не собирался, поэтому никакого страха нет. Попробовать свои силы, а может и связать жизнь с информатикой, в этом году решили 250 детей. География пользуется большей популярностью. Этот экзамен выбрали 455 человек. Выпускников провожают в аудиторию, указывают их места, все согласно списку. Спокойная, доброжелательная обстановка. Организаторы проводят инструктаж на доске коды сельских и городских школ. Места проведения, название предмета, заполнить бланк правильно, очень важно. Во время проведения экзамена вы должны соблюдать порядок. Будьте уверены, каждому, кто учился в школе, по силам сдать экзамен. Все задания составлены на основе школьной программы. В этом году уходит в прошлое практика доставки заданий ЕГЭ в школы. Теперь контрольно-измерительные материалы и бланки ответов печатаются непосредственно в аудитории перед экзаменом. Печать полного комплекта для одного участника ЕГЭ занимает 20 секунд. Сложности с этой процедурой быть не должно. Все делается в аудитории, все делается на виду у детей. Все под видеокамеру, все в онлайн-наблюдении. И те разговоры, что не объективно что-то, они вообще исключаются. После того, как завершится экзамен, также здесь полностью все копируется. И никаких вопросов, связанных с человеческим фактором, быть не может. То есть ребенок как написал, так его и объективно оценят. Сегодня первый государственный экзамен проходит в 6 районах и городских школах Мордовии. В течение 3 часов школьникам предстоит показать, насколько хорошо они знают географию. Для решения задач по информатике у ребят есть 3 часа 55 минут. Марина Солонина, Станислав Семин. Народные новости.